Мы занесли в комнату, в столовую. Ух ты! Пошел. Ну, проверяй, давай. Давай, тут я где-то оставлять будем. Но, да умница такой. Даже шарик наш. Его все знают, кто смотрит наши ресурсы. Только не мочись там, все твое. Метить тут не надо. Вот он пошел там за скамейкой. Пошел. Видите, какой любознательный. Он любознательный. Это дворняжка. Чистопородная. У него синхронные рисунки везде. Это высокопородистая дворня. Это бродяжка. Беспородная. Ну что, без Бога, дяди, никак не решишься. Будем думать дальше, что делать. О, давай дядю Юру благодарим, он тебя не вез. Ух ты. Ножка-то сломанная была и выздоровела. Да главное, я ему сделал лангетку, все, он все срывает. И тогда на голову ему сделал, отрезал 5-литровую эту. И как... И он, а когда оправляется, он на передние ноги встанет, а задние кверху поднимет. Задняя ножка была. Двое. Он был на привязи. Ураганы верные. Кинулись на него дураки старые. Здоровые. Что он им не понравился? То ли насмеялся над ними, то ли... Ну, что-то такое. Пошел к дяде Вове. Дяде Вове можно не говорить. Там и запереть его. Вот он где. Пока дяде Вове не говорить, только... Так, дядя Вове, тебе надо постельку заправить ему. Подожди. И зайди там. А, там можно заправить, чтобы он не заскочил, не запачкал. Ну-ка, давай. И сверху чем-нибудь накрыть. А дядя Вова-то сейчас приедет, и мы не будем говорить. Он как туда зайдет и увидит, то-то будет восклицание. Вот. Это надо сейчас чем-то застелить. Это простынь. Палатки надо какие-то, а там палатки есть. В сенки зайди, в военные палатки. Так, посмотри, где. Там внизу целлофан есть. Вот так, бери еще. И двумя палатками ты стелишь. Чтоб дядя Вова-то не обижен был. Бери. О-о-о. Закрывай плотно туда, а мы его сюда и запустим. Ну, если маленько какую сырость разведет, так подотрем. Выше бери, выше он. Так, и за этот сунь туда, за диван. Это палатка военная, плащ-палатка называется. Это генерал-полковник Пьянков Борис Евгеньевич дал мне. Сокровища. На одну машину не наложили. Дай ему здравия, Господи. Я ему книги подарил недавно. Николая Стаха. Вот дальше там подушку. Все закрою. Намертво. Это у Володи здесь. Уже все, что надо. Инструмент всякий. Посевная тут вот. И Библия. Выходи оттуда. Где он сейчас у нас? Его надо найти. Вот он ходит. Да где же он ел-то? Кто-то же кормил его. И не говорил. Давай туда. Шарик, иди сюда. Пойдем сюда, заходи. Заходи сюда. Шарик, заходи туда. Давай, заходи. Ну, поймай его потихоньку. Ой, бери, скорее. Да скорее. Вот так. Давай сюда, давай. Поворачивай. И в конуру. Ты смотри, как это. Еще, давай, закрывай скорее. Стой. Закрывай. Все. Все. Отдыхай.